Мои дорогие, всем огромный привет! Сегодня у нас видео будет о покупках в магазине Fix Price. У меня здесь два почти полных пакета. Это, конечно, мы не за раз все взяли. Вот мы были недавно в магазине Fix Price. В августе, получается, в начале августа и в конце июля. И я хотела бы начать сегодня видео. Это вот с такой вот прелести. Это новинка. По крайней мере, в наших двух Fix Price'ах эти новиночки есть. Это у нас стакан с крышкой и трубочкой 420 мл. И вот такой вот бантик еще есть. Смотрите, какая прелесть, девочки. Я сначала заехала в один фикс прайс. У нас там были мятного цвета и желтого цвета. И я подумала, может быть, в другой фикс прайс заехать. Может быть, там другого цвета будут. И на самом деле, вот они розовые есть. Это я взяла для себя. Поэтому я взяла розовые. У деток есть, у них такие стаканы есть с ручками, с крышками, тоже с трубочками. А для себя я решила вот такую прелесть взять. И даже классно будет поставить на стол, даже будет здорово. У меня стол рабочий, у меня там все в розовых тонах, и даже просто для интерьера поставить классно будет. Смотрите, она вот так откручивается, крышечка. Все, наливаете сюда коктейль и закрываете. Такая вот большая трубочка. Трубочка тоже пластиковая вроде бы. Сейчас я скажу состав, кстати. Состав полистирол. Дата изготовления 5.2018 года. Вот это вот снимается. Бантик снимается. Ну, я думаю, с бантиком вообще классно. Мне кажется, трубочки можно вообще поменять. Вот эту трубочку другую потом поставить. В общем, вот такая вот прелесть появилась в наших Fix Price. Девочки, если вам понравилось, обязательно загляните, посмотрите. Потому что, когда я зашла во второй Fix Price, там вот розовых только два стаканчика было. Я один взяла, успела. Следующее. Это мы купили в этот раз снова молочный коктейль шоколадный. Мы их брали когда-то. Нам они очень сильно понравились. Вот один уже мы все выпили, уже сделали коктейльчик. Тут с молоком просто размешать, и все, и готовы. Очень вкусные коктейльчики. Иногда, в принципе, можно. Следующее, это у меня взял ребенок, Кирюшка взял для кошки. Это кошачья мята сушеная, 100% натурально, снимает стресс, источник прекрасного настроения. В общем, девочки, мы уже потестировали на кошке, насыпали на ковер, такой старенький у нас коверочек, где у нас кошка когти точит, и насыпали, и ноль эмоций, девочки, ноль. Я не знаю, вообще ей, может быть, не понравилось, она даже нюхать не стала. Мы уже и показали ей все это. Вообще, нисколько она на него не среагировала, и так что бесполезное мы купили. Надо отдать кому-нибудь, может, другой кошечке отдать надо. Так, дальше здесь у меня одежда. Первая, это у меня здесь футболка. Футболка это я взяла младшему сыну. Рост 128-134. Такая вот футболочка. Мы сейчас много всего набираем для садика. И здесь 100% лопок футболкой, поэтому я думаю, пусть она будет классная футболочка. Все хорошо прошито. Строчки прошиты, обметаны. Так что будем тоже тестировать. Посмотрим, насколько нам ее хватит. Если потом они будут еще в продаже, я возьму. Там еще вот этого размера были белые и розовые. Ну вот голубая нам сильно понравилась, не взяли. Здесь у меня трусы. В тот раз я тоже покупала трусы и не показала их. Девочки мне писали: Лена, покажи, какие же трусы из Fix Price есть классные. Потому что я уже не первый раз беру некоторые и знаю точно, что они хорошие. И поэтому девочки попросили: Лена, показывай на камеру, не стесняйся. В общем, показываю, девочки. Это вот трусы стоят, так, сейчас скажу, 55 рублей они стоят. Размер у меня 46. Это вот такие вот. Брала когда-то я их давненько, очень такие же. Мне они очень понравились. Нормальное качество, долго держится. После стирки им ничего не делается. По крайней мере, у меня вот я в режим, бережный режим включаю, когда. И вообще все нормально. Смотрите, здесь такая кошечка в очках. Вообще нормальные трусы. И я могу вот эти точно советовать. Вот эти вот я взяла первый раз, тоже цена у них 55 рублей, размер 46-48 у меня. Здесь указано, здесь такое вот кружево пришито сверху, бантик. Тоже хорошо тянется, тоже хлопок. Здесь 95% хлопок и 5% эластан. Они немного дотянутся. Я люблю вот такие, которые по фигурке плотненько сидят. Так что тут же, надеюсь, что они будут хорошо носиться. Если нормально будет, потом еще возьму. Так, следующее. Здесь у меня игрушка лежит. Она давненько у меня здесь лежит. Это мы еще брали в конце того месяца. Это брали у меня дети компактный размер. Это у нас настольная. У меня тут уже вся в пыли. Настольная игра мини-бильярд.
Для двух игроков цена 99 рублей. Сейчас я покажу примерно, как выглядит. В общем, уже у меня дети ей не играют, так как... Так вот, тут в комплекте входит все необходимое. Стол с тканевым сукном, треугольник, два кия, набор шаров, фигурные ножки, лузы, куда крепится, да, вот. В общем, у нас вот это вот одна осталась, а одну они сломали. Вадимка играл как-то сильно, то ли вот так что-то нагнул ее, и, в общем, она сломалась у нас. У нас теперь одна эта палочка. Вот, смотрите, как внутри тут все. Как настоящее все. Кстати, вообще интересно. Видно здесь, да? Такое бархатное сукно, шары вот эти вот. Ножки и вот сам треугольник, куда шарики все эти. Так, в общем, интересная штука детям вот поиграть. Так, следующий — это вакуумный пакет с крючком, цена 55 рублей. Вы смотрите, как было до и как будет после. У нас тоже вот курточек много очень разных, и я вот хочу их сжать все и убрать подальше, то у нас уже места не хватает в шкафу. Понравится — еще возьмем. Так, следующий — это у нас ополаскиватель для полости рта. Вот такой вот мы когда-то брали, нам понравился, нам долго, в принципе, хватает, на вкус нормальный, и, в общем, 55 цена нормальная. Дальше конструктор ребенок у меня взял. Конструктор блоки от 3 лет, цена 99 рублей, 160 деталей. И тут можно, получается, что еще купить один набор, еще купить. И вот такие разные башни, разные домики собирать, игрушки всякие, ну, зверюшек всяких. Вот видите, можно вообще вот такую большую башню собрать. Попробуем. Тоже сегодня будем тестировать, играть. И если понравится, можно потом еще набор взять, чтобы большое что-то сделать. А следующее, это мы уже тоже покупали. Лучистые кристаллы, выращивание кристаллов. Это у нас лучистый зеленый цвет. Мы когда-то красный брали. Очень нам понравилось это все дело. Здесь в наборе химический реактив с красителем, поддон для выращивания кристаллов, картонная основа, подробная инструкция. Очень классно. Там, в общем, ставятся как такие палочки, ножки на них, и они по ним растут, ползут вверх, и здорово так. Ну, все, что потом покажу вам. Следующее — это тоже у нас новинка в нашем фикс-прайсе. Это набор гибких линеек, две штуки. Вот такая синяя и оранжевая. А здесь они 30 сантиметров, и ничего вообще не делать. Смотрите, как здорово гнутся, классно. Где-то у меня Кирилл видел в интернете, посмотрел, что есть такие у всех линейки, и нам тоже надо стало. И у нас как раз привезли вот их в этом году. Гнется и не ломается. В общем, получается, одна Кирюшке, одна Вадимке будет у нас. Для старшего, для младшего. Так, дальше ручка-корректор. Вот, нажимаете, проводите, и там белое, получается, белое, белым замазывается, если что-то вы написали неправильно, и можно стереть вот этим вот, исправить корректором. Дальше это мы для машины взяли украшение в салон автомобиля на солнечной батарее, 55 рублей стоит. Вот такой вот медвежонок, панда, надо сказать, да, смотрите. Тут, получается, солнечная батарея, свет падает, и он начинает качаться. Так его надо вот качнуть, а если свет падает, то он сам качается. И тут написано, в комплекте прилагается скотч двухсторонний, чтобы приклеить к машине. Но вот что-то у нас его нет, либо у меня ребенок просто маленький когда-то открыл, и мы потеряли. Немножко скрипит, кстати. Ну, пока мы машину не приклеиваем, дома у нас стоит. Папе у нас не очень понравилось. Это панда. Зачем мне игрушки какие-то в машину? В общем, недавно приклеить, дома стоит. Дальше здесь у меня две тетрадки. Это мы их вот в тот раз я снимала, мне кажется, мы ходили покупали все для школы. По 10 рублей вроде бы они такие вот красивые. Нормальные тетради. И вот такой вот блокнот я когда-то тоже купила и так и не показала вам. Так, это у меня тут серия «Любовь, приключения», «Каталайф». Очень классно, девочки, блокнот. Кто еще не взял, обязательно советую, сходите, возьмите, смотрите, какая прелесть. Прям вообще этот блокнот сразу поднимает настроение. Все такие красивые картинки, смотрите, какая прелесть. Такой, можно сказать, творческий блокнот. Тут просто, ну, что-то можно подписать, подрисовать, какие-то планы написать. Ну, вообще, смотрите. Я взяла вот такой вот нежный, бледно-розовый цвет обложки. Они там всякие-всякие есть, девочки, советую. Вообще в руках приятно держать. И она, смотрите, переливается, вот эта вот обложка.
классный блокнотик. Так, дальше Кирюшка взял у нас точилка фигурная с ластиком, это в школу, вот такой вот челобунчик тут нарисован. Получается и точилка, и ластик здесь. Еще не тестировали, не открывали, там взяли для школы. Ну, у нас много, в принципе, разных ластиков. Нам дарили всякие, из Америки даже отправляли нам ластики классные. Они у нас сохранились, можно так сказать, что он коллекционирует их. Ну и вот этот взяли. Так, дальше здесь у нас пакеты для мусора, особо прочные. 30 литров, 30 штук. Мы, кстати, уже их тестировали, брали отсюда несколько. Нормально, на самом деле, не рвутся. Следующий это у нас ручки. Набор цветных шариковых ручек, 12 штук, 4 цвета, черный, синий, красный цвет и зеленый. Сделано в России, кстати. Мы брали вот этой же фирмы, кстати, были просто одни синие, нам они понравились, нормально пишут, мы взяли еще наборчик. Еще вот такой вот тоже указано, сделано в России. Набор ручек шариковых автоматических, 8 штук, цена 55 рублей, синий стержень на кнопочке. Так, дальше тут вроде бы все последнее у меня, это рамка. Это я взяла в Кирюшкину комнату синюю рамочку. Мы хотели еще купить вот такие вот синие рамочки, но их не было в наличии. Ну, говорят, что когда-нибудь привезут, когда вот они вот эти продадут, у них там желтые, розовые остались, а нам надо синие. Это здесь 21 на 15 сантиметров. Мы сюда хотим разные грамоты Кирюшкины поставить, вот, украсить в его комнате. Даже можно детские фотографии какие-то поставить, ну, или лучшие какие-то фотографии. Такая вот рамочка классная. Кстати, рамка у нас, тут написано, для создания объемной композиции можно вот так вот, кстати, коллаж сделать, вот такой вот. Из чего сделано, кстати, не написано, но я думаю, что это из дерева. Это вот дерево. Такая вот красивая рамочка. Ну вот, мои дорогие, на этом я сегодня буду заканчивать свое видео. Я показала вам все свои покупки за последнее время. Надеюсь, вам это видео понравилось. Обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. И всем пока-пока! Скоро увидимся. Пока-пока!